Доля неформальной занятости составила более 21% от общей численности занятых людей, которая по итогам второго квартала достигла 71,6 миллиона. Из этого следует, что в неформальном секторе работает каждый пятый россиянин. Издание отмечает, что этот показатель подвержен сезонности. Он всегда растет весной и летом, поскольку существенная часть работников заняты в сельском хозяйстве. Однако по сравнению со вторым кварталом прошлого года, прирост все равно значительный – 566 тысяч человек. Показатель неформальной занятости достиг самого высокого значения с 2016 года, который также был рекордным. Для большинства, а это порядка 14 миллионов 200 тысяч человек, которые заняты в неформальном секторе, эта работа является единственной. Чуть более миллиона наших сограждан совмещают работу в неформальном секторе с официальной.